Друзья, всем привет из Мерсина. Меня зовут Юлия, агентство недвижимости «Дом в Мерсине». Мы побывали на зарубежной выставке недвижимости «Property Show» в Москве. Увидели, что сейчас очень большой ажиотаж. Все хотят купить квартиры в Мерсине, а именно в новых строящихся объектов. И сегодня мы вам хотим предложить следующий наш объект от проверенного застройщика. Находится он в зеленом районе Томюг. Я сейчас как раз нахожусь на набережной Томюг, недалеко от этого объекта, который находится в 500 метрах от моря. Прекрасная локация, прекрасная инфраструктура. Давайте пойдем смотреть. Сейчас мы находимся на месте объекта, он находится у нас с левой стороны, но вначале я хочу показать предыдущий объект. Проект называется «Лавиния Томюг 1». Вот сейчас он находится в таком виде, совсем скоро сдача, сейчас делают территорию. Здесь осталось совсем немного квартир, практически все квартиры были распроданы на котловане. И сейчас мы поговорим про наш новый объект, называться он будет «Лавиния Томюг 2», состоять из двух блоков по 15 этажей. На каждом этаже будет по 10 квартир, 6 квартир 1 плюс 1 и 4 квартиры 2 плюс 1. Блоки данного комплекса располагаются перпендикулярно морю. Квартиры, находящиеся с правой стороны, будут смотреть на западную сторону, с левой стороны на восток. А блок находится ближе к морю, Б блок ближе к горам. Площадь постройки составляет 7000 квадратных метров. Два блока строятся одновременно. Сейчас они находятся на этапе 6-го этажа. Богатая инфраструктура комплекса, на которой будет располагаться бассейн с аквапарком, детский бассейн, зоны барбекю, беседки, детская площадка, баскетбольное поле, сауна, хамам и генератор на все. И на освещение, и на квартиры. Территория будет огорожена, будет охрана и КПЖ, который всегда будет ухаживать за этой территорией. Сейчас мы находимся в А-блоке на первом этаже в квартире 1 плюс 1. В каждом блоке по 60 квартир 2 плюс 1 и по 90 квартир 1 плюс 1. Квартиры данного комплекса интересны тем, что во всех них есть отдельная кухня и в 1 плюс 1, и в 2 плюс 1. А сейчас давайте посмотрим планировки квартиры 1 плюс 1 площадью 54 квадратных метра. Коридор площадью 7 квадратных метров. И сразу с правой стороны салон площадью 13 квадратных метров с выходом на балкон. Место для балкона 6 квадратных метров. Отдельная кухня 8 квадратных метров с выходом на балкон. С левой стороны санузел 4 квадратных метра. Спальная комната с местом под встроенный шкаф. Комната площадью 13 квадратных метров с выходом на второй балкон 3 квадратных метра. Квартиры сдаются в чистовом виде с установленным кухонным гарнитуром, полностью готовой сантехникой, необходимыми выводами под бытовую технику и газовое оборудование. Квартира планировкой 2 плюс 1, перед нами отдельная кухня площадью 10 квадратных метров, по соседству салон 16 квадратных метров, сам коридор площадью 11 квадратных метров, с левой стороны первый санузел 4 квадратных метра. Детская 9 квадратов и спальня родителей 11 квадратных метров со встроенным гардеробом 4 квадратных метра и выходом на второй балкон площадью 4 квадратных метра.
срок сдачи данного объекта в конце 2023 года. И у вас сейчас есть прекрасная возможность приобрести эти квартиры беспроцентную рассрочку на 15 месяцев с первоначальным взносом всего 30%. Поэтому скорее пишите нам на WhatsApp, который всегда указан в описании к видео. Также в описании будут все характеристики данного комплекса. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Не забывайте отслеживать наши социальные сети, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ну а на сегодня пока!